В Югре продолжается вакцинация от коронавируса. Накануне медики доставили спутник ВИ в сельское поселение Покур Нижневартовского района. Время на процедуру ограничено, поэтому здесь объявили предварительную запись. Сделать прививку решили 40 жителей, примерно 10% местного населения. О том, как специалисты добираются до отдаленных территорий и как перевозят вакцину, знает Алексей Шабанов. В Покур бригада районной больницы отправляется рано утром. Поселение находится в 85 километрах от Нижневартовска. В теплое время года туда можно попасть только на пароме. Сейчас дорога по Зимнику занимает примерно полтора часа. Вакцину везут в специальной морозильной камере, которая вмещает до 500 ампул. Они хранятся при температуре минус 25 градусов. Вакцина не может находиться бесконечно долго. Работает от автоприкуривателя, да? И 212 вольт. Терапевт Василий Гармаш два года назад приехал в Югру по программе «Земский доктор». Ранее в такие далекие вояжи ему отправляться не приходилось. Но сейчас очень важно привести вакцину в поселение, жители которых не могут сами приехать в город. Отбор пациентов здесь заранее проводят местные медики, учитывая рекомендации и противопоказания. Основные противопоказания – это обострение хронических инфекций, это повышение температуры выше 37 градусов, ну и какие-либо острые заболевания. Плюс некоторые болезни из хронических, типа эпилепсии, они тоже как бы противопоказания на сегодняшний день. Онкология, которая не достигнута ремиссии. Отличается вот от других прививок? Нет, абсолютно ничем. Почему решили вообще прийти сюда? Заботиться о своем здоровье. Ну, всякое же говорят. И о здоровье окружающих. Так что всем советую. Второй компонент препарата жителям Покура введут, как и положено по регламенту, через 21 день. Прививки от COVID-19 сделали уже более 45 тысяч югорчан. Из них 28 тысяч полностью завершили вакцинацию. Покур – не самый отдаленный населенный пункт Нижневартовского района, где сейчас проводят вакцинацию. На этой неделе вакцину, правда, уже второй компонент, повезут также в Ларьяк. Когда-то он был центром муниципального образования, а сейчас находится в 300 километрах от Нижневартовска, это по Зимнику. В национальный поселок Корлики, где также ждут вакцину, можно добраться только по воздуху. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовский район, Покур.